Друзья, всем привет! Это Зыков Виктор и мастерская Ивушка 48. Сегодня хочу показать вам еще один пример, куда можно использовать ивовую кору, которая остается после обработки и чистки прута. Вот для примера, да. И при обработке и чистке крупной палки для ленты. Собственно, можно изготавливать вот такие вот плетеные сиденья для мебели, для табуреток, стульев и других предметов. Сиденье получилось очень прочное, очень приятно на нем сидеть и достаточно красивое. Фишка в том, что саму кору изначально использовать нельзя, потому что она очень ломкая. И она для этого не годится, для такого применения. Ее нужно обработать специальным образом, и тогда из нее можно сделать уже непосредственно как бы веревки, которые не ломаются, которые, как обычные веревки, в принципе, себя чувствуют. И в дальнейшем уже изготавливать такие вещи. Также добавлю, что изготовить такое сиденье достаточно сложно, то есть по времени это очень кропотливое занятие, потому что на плетение, ну, как бы самих веревок уходит длительное время. Вот, но результат, как видите, скажем так, стоит того. Ну, по крайней мере, для себя такую вещь сделать вполне приятно. Вот, на создание, конечно, такой табуретки ушло меньше времени, чем на плетение самого сиденья. Но опять же, со временем, если способ как-то отработать, отточить мастерство, то все это будет получаться быстрее. Если вам это интересно, то пишите комментарии, оставляйте лайки. Я так пойму, что эта тема вам нужна, вы хотите об этом знать. И я тогда сниму отдельное видео и расскажу, как обработать кору, чтобы из нее можно было делать такие вещи.